Праздничную программу для ветеранов труда KPI организовали на территории колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лимаева. Песни, танцы и награждения за заслуги перед производством ожидали прибывших гостей. Поздравить старшее поколение и выразить свое признание вызвались коллеги по работе. Поздравить вас с Днем пожилых людей, пожелать вам здоровья, счастья, уважения и всего самого наилучшего. В этот день без внимания не остался ни один ветеран. На ноте позитива руководство KPI Нижнекамск-Нефтехима наградило бывших сотрудников медалями, грамотами, а также памятными подарками. Вы создали тот фундамент, который, благодаря которому все было создано. Создали все настройки, и создали стены, построена крыша. И люди сейчас комфортно, специалисты работают именно благодаря вам. Иван Рябцов, Марина Чернышкова, N-Media.